Дисклеймер. Следующий контент содержит использование нецензурной лексики и предназначен для лиц в возрасте 16 лет и старше. Важно отметить, что эта лексика не предназначена для оскорбления кого-либо. Использование этого предназначено исключительно для развлекательных целей и должно пониматься как форма пародии. Пожалуйста, зрители на YouTube и сам YouTube, действуйте с осторожностью и пониманием. По планетам. О, Сильва, нихуя. Откуда ты взялась? А, ладно, побежали. О, там что за чел? О, привет, квадратный. Почему ты в бабу превратился? Так, ну, неплохие у вас квартиры. Да, опять этот обмазыватель жопы пришел, блядь. Вот его. Вот, здорово. Так, ну, иди сюда, я тоже гей. Вот, и вот, да. Ну, короче. Английский текст. Чувак, слушай, когда ты говоришь, что я очень высокая, с твоей стороны это выглядит, как будто бы я очень низкая. Понимаешь, о чем я? Ага, вот иди, берем зоомагазин. Блядь, что за текст? А ну, свалите нахуй, ебучие, я вообще... Я вообще, блядь, пи***ска, понятно вам всем, гомогеи. Я люблю, когда волосатые мужики обмазываются маслом. Охуеть, пожалуйста, подойдите, сейчас я подниму иголку, погодите, иголка! Да, наконец-то. Ты чё, совсем охуел, что ли? Ну, там, там. Фух. Слушай, я с детства мечтала о слоненке. Слушай, давай им прикинемся. О, давай. Ой, блядь. Так, ты должен быть в роли моей жопы. С тобой все нормально? Да, ты скажи что-нибудь просто, чтобы я знала. Ха-ха, лошары, чё, тяжело меня поймать, лохи ёбаные. Да ёбаный рот, это на казино! Headshot. Стойте, погодите, тут кто-то не поделил стороны... Ой, я молчу же, бля. Сука, ладно, хорошо, слушайте. Вам не нужно так сильно переживать. Вот вам я перепутаю стороны конфетки Twix, которая недоступна в России. Замечательно. А давайте мы соединим третий рейх. Эй, вы, нам больше не нужно воевать. Мы все решили. Да, мы все решили. Есть звездочка. Звуки ликования толпы. Звездочка. Уважаемые заебали, можно я вас пишу туда дама? Спасибо. Это меня окончательно достало. Ты заебал меня один раз, два раза, но все, мое терпение уже кончилось окончательно. Ну, Сильвия, я же просто, сам того не подозревая... Да мне похуй, что ты там подозреваешь. Пойми, нам главное сбежать из этого мира, блядь, нахуй. Иначе нас двоих арестуют за кражу вишневой жвачки из пятерочки. Ладно, Сильвия, я уже все понял, но... Ты перебил мою речь о помощи, о том, что я хочу помогать. Ну, слава богу, ты меня понял. А теперь, фух. Давай, пойдем и сбежим нахуй из этой планеты. Через канализацию? А чё ты хотел? Я уже не мылась неделю, блядь. Подписывайтесь.